Ну иди возьми стаканчик, зайчик. Там в кулечке. Тёма, покажи, что там мама сделала. Мама! А вон наши места, где мы будем рыбу ловить. О, кстати, там уже плавает рыбка. Вон рыбка плавает, видишь, Тёма? Да. Вон, мы там будем рыбку ловить. Да, и что они там делают? Я их прикормил. Привет, мы сегодня на канале Итан Самилай. Сегодня мы будем ловить рыбок, мы уже там поймали. Потом мы их будем есть. Свои тюхов есть. Жарить, да? А что, на что ты ловишь, покажи. Мы их... На кукурузу? Да, на кукурузу ловим. Посмотрите, мы их поймали там. Самую большую кто поймал? Я. Молодец. И сейчас, когда надо ловить, надо вот так делать. Надо, чтобы этот палец был впереди. Ну ты сначала отпусти, а потом уже посмотрим, как ты поймаешь. А то ты мастак рассказывать. А поймать мы еще не видим. И надо потихоньку отпускать. Если резко, так вся кукуруза уплывет. Да, если резко ее отпусти, то вся кукуруза может попадать с крючков. Да? Ну давай, покажи сейчас, как ты поймаешь. Да ты чё, это? Нет. Итан, чуть-чуть правее бери, потому что там эти камыши. Ты... как узнать, что ты поймал рыбу? Вначале рыба должна вот так дёргать. И если колокольчик ещё звенит, она есть. Что, сейчас клюёт у тебя, Тамир? Ну, клюва. Надо чувствовать, что... А расскажи, где мы сейчас, где мы ловим рыбку? Мы в Иордании. Нет, река Иордан, мы в Израиле. А, да, в Израиле. Вот такое красивое место. Это называется райское место, да, тут? Да. Там дальше не видно. Ну, дальше. Ой, да, у меня дудочка из бамбука. Можно из него пить? Тёма, это я сделал, пошли. А, да, ты. Можно из него пить? О, Итан, расскажи, вчера ты больше всех, да, поймал? 5 или 4? 4. Одну Тёма упустил. У меня он там что-то. Нет, Тёма, иметь терпение. Рыбалка, это надо терпение иметь, надо постоянно высовывать. Да, я знаю. А вот я наклевала губками. Губками. Ну и что, так не надо высовывать постоянно лес. Я тоже клевала, я вот так делаю. Да, вот какие там, как ты делаешь? Вот так? Вот, вот, вот. Да, очень удобно, не надо постоянно с удочкой стоять. Вот. Это типа, как, типа карасика. А вот муж-то не зубатые. Где? Тут... У нас две белые. Ой, две не могу. Белые, а была еще черная. Она горячая, не удам. Во. А тут зубы как у пираньи. Пиранья сильнее. Не, у пиранья буду вообще будет. Не, надо далеко. Не, еще одна. Да не туда. Ну, проверь берег, чтобы не было камней больших. Тамир! Молодец, учишься? Я? Тёма учится плавать, видишь? Лера, ничего, ты не поплывешь. Как поплавать, это очень удобно, да? Умничка. Давай.